Ассоциации. Местоимения. Сейчас мы приведем вам примеры с ассоциациями для лучшего запоминания местоимений. Конечно же, вы можете придумать и свои ассоциации. Итак, посмотрим на местоимения, которые нам необходимо запомнить. Их, я, ду, ты, эс, ес, он, она, оно, виа, мы, иа, вы, множественное число, и зи, они. Также у нас есть еще одно зи, мы его будем показывать здесь. Это уважительная форма, касается и множественного и единственного числа. Итак, а сейчас давайте начнем. Начнем с местоимения «их». Практически каждый, кто даже никогда не учил немецкий язык, слышал фразу «Ich liebe dich». «Я люблю тебя». Вот это первое слово «ich» и есть местоимение «я». «Ich liebe dich». «Ich liebe dich auch». Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich auch, Mama. Кстати, из этого предложения вы сразу можете запомнить и dich, тебя. Это местоимение du, ты в аккузатив. Кого? Тебя. Ich liebe dich. Я люблю тебя. Далее перейдем к местоимению «ду». «Ду» – «ты». «Душечка» – «ты моя душечка» – «ду». Так можно запомнить местоимение «ду» – «ты». А сейчас давайте запомним местоимение «зи» – «вы» – уважительная форма. Это местоимение мы используем всегда, когда обращаемся к кому-то с уважением. Когда мы обращаемся к одному человеку на «вы», то мы скажем «зи». А также, когда мы обращаемся к группе людей на «вы», мы также скажем «зи». Это «зи» всегда пишется с большой буквы. Итак, а как же нам запомнить «зи»? «Вы». Наверняка у вас в окружении была какая-то Зинаида. Например, Зинаида Михайловна. И вы всегда обращались к этой Зинаиде на «вы». Вот так можно и запомнить. К Зинаиде Михайловне надо обращаться на «вы». «Зи» – это «вы», уважительная форма. Далее, местоимение «зи» – «она». Это наша Зина, она женщина. Поэтому запоминаем «зи» – это также «она». Далее, «зи» – «они». Можно запомнить следующим образом. Все Зины – «они». Они все очень хорошие женщины. Ну, или наоборот. Но все Зины, которых мы встречали, они все очень хорошие женщины. Далее. Er, он. Er, пионер. Он, пионер. Es, эскимо. Далее. Wir. Wir – это мы. Мы не хотим болеть вирусом. Мы хотим быть здоровыми. «Ве» созвучно с первыми тремя буквами слова «вирус». Поэтому запоминаем «ве» звучит как «вирус». Мы не хотим болеть вирусом. Мы хотим быть здоровы. И «е» можно запомнить следующим образом. Например, у Иры день рождения.
и вы все пришли к ней на день рождения. Вы пришли к Ире. Ия. Вот таким образом можно запомнить местоимение, либо вы можете придумать свои ассоциации.